По программе реновации до 2022 года построят 2,8 миллиона квадратных метров жилья. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн», и сейчас подробности. РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра по строительству Марата Хуснуллина сообщает, что с 2020 по 2022 годы в Москве по программе реновации планируется построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья. По словам Хуснуллина, расселение начнется уже в октябре. Финансирование производится из средств городской инвестиционной программы и субсидий Московскому фонду реновации жилой застройки. Хуснуллин уточнил, что первым крупным проектом станет переселение микрорайона Камушки, дома которого уже построены. Программа реновации была утверждена в 2017 году. С помощью нее планируется расселение 350 тысяч квартир, в которых живет около 1 миллиона человек. Сейчас ведется строительство 127 домов. Ранее сообщалось, что на финансирование в 2020 году выделили более 103 миллиардов рублей. На этом у меня все. Еще больше новостей столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!